Просто у них керамогранит, у нас не получится керамогранит, потому что в два этажа его делать, тяжелая конструкция будет, сэндвич-панели могут не выдержать. Будут композитные панели. Сейчас будет подготовительное мероприятие вестись. Во вторник уже окна привезут, начнем замену окон. Потом уже композит, наверное, на следующей неделе придет, тут же его будем фрезеровать и устанавливать.